неприятности. Большие. Алло. Сэр, я звоню насчет вашего сына. Мой сын в Ираке. Ваш сын был в Ираке, сэр. 4 дня назад его часть вернулась в Штаты. Рассказать ни о чем не хочешь. От лауреата премии «Оскар» Пола Хэггиса. Почему мне нельзя с тобой? Чтобы мать застукала парня, когда тот празднует свое возвращение. Он бесследно исчез. Не думайте, что мне плевать. Ваш парень вот-вот приковыляет, я уверен. Для солдата боевая миссия закончена. Сэр, с прискорбием сообщаю, что вчера ночью нашли тело. Для отца она только началась. Покажите, где он погиб. Не на что там смотреть. Место убийства в нашей юрисдикции. Вот это как раз и не ясно. Сворачивайте, ребята! Военная полиция на подходе! Если бы у вас были нормальные криминалисты, они бы нашли следы крови. Хочу осмотреть казарму. Это можно забрать? Нужны медиафайлы. Что мне делать? Каждая секунда, которую мы теряем... Вы сами сказали, что готовы делать все, что вам скажут. Думаю, вы знаете, что нужно сделать. Вы этого солдата не видели? Вот эти приходили. Вы не должны допрашивать свидетелей. Кто-то ведь должен. Расскажите, что случилось? Все так запутано. Узнайте, зачем они врали. Наверное, неприятно видеть вокруг несведущих идиотов. Сделку заключал не я один. Того, кто к вам бежит, вы убиваете. Вы не знаете, что вы там творили! На видеозаписи его голос. На какой записи? Не останавливайся! Гаду! Мне там было так хреново. Все ждал, когда же нас выведут. Теперь 2 недели здесь. А я хочу назад. В таких местах, как Ирак, героям не место. Лауреат премии «Оскар» Томми Ли Джонс. Лауреат премии «Оскар» Шарлиз Терон. Лауреат премии «Оскар» Сьюзен Сарандон. Он просил у меня помощи. Вы хороший отец. Ваша любовь к нему не требует доказательств. В долине Эла. Скоро на экранах.